Я рад от имени компании «Брансвик» поздравить организаторов и участников 10-й юбилейной конференции «Рынок транспортных услуг» с началом ее работы. Я думаю, что эта конференция является одной из самых значимых из проводимых на пространстве 15-20, потому что время ее проведения стимулирует не только подвести итоги прошедшего года, но и вместе с партнерами поставить перед собой задачи на ближайшие перспективы. И еще одним важным значением этой выставки я считаю большой спектр участников этого мероприятия, поскольку в нем принимают участие не только операторы, но и грузоотправители, работники РЖД, министерства и ведомств, причастные к работе транспортного бизнеса. Это позволяет получить новую информацию, проанализировать ее и сделать правильные выводы. И поэтому я считаю, что организаторы сделали большое дело, сумев организовать такой широкий форум в нужное время. И мне хочется еще раз поздравить их с этим успехом, а от себя всем участникам сегодняшнего форума пожелать успехов, получения новой информации, правильных выводов и больших достижений в работе.